приматываем ручную лебедку. Сеть не крутилась в одну сторону. Сейчас будем пробовать закручивать в другую сторону ее. Нашли ее в гараже где-то под смотровой ямой. Сейчас разобрали, смазали все шестереночки. И вот так вот потихоньку она крутится. Наверное, выдерживает стобны 3, может и 5. Цепи достаточно толстые. Это вот веревочка ненадежная, на которой держится сама эта штука. Сама она весит килограмм, наверное, 30 вместе со всеми цепями. И вот скорость размотки цепи 1,50 м за минуту 45. 2 метра почти за 2 минуты. Ну, грубо говоря, 1 метр в минуту. Почти. Даже чуть помедленнее, наверное. Вот так вот механизм у нее работает. Только очень тяжелые грузы поднимай. В ином случае она очень бесполезна. Потому что очень медленно работает. При нагрузке 100 кг на цепи вот на этой даже не чувствуется, что нагружают ее.